Hi, my name's Sam and welcome to Sam's Russian Adventures. Now, today's video was requested by a subscriber and I'm just basically going out asking the question on the street to Russian girls, what hobby do you have that you consider or is considered to be traditionally Russian? I hope you enjoy the video, and if you have any questions you'd like me to go out and ask to Russians, make sure to let me know. Кататься на коньках. О, вот, да. Супер. Особенно хорошо. У нас сделали каток, уже который год делают. И открытый, такое, мне кажется, достаточно традиционное развлечение. И кататься на санках, на ватрушках. Ну, это супер, молодец. Ну, конечно, я не могу так сразу придумать, но я состою в партии и поддерживаю как бы нашу страну. О, прикольный, хорошо. Спасибо, спасибо. Я люблю пельмени. А, вот молодец. What's going on in here? Let's have a look. Что я считаю русским? Такой интересный вопрос. Ну, наверное, я больше по мебели. Я занимаюсь мебелью, и если это русскую мебель, да, из массива, дерева, например, вот так. Ладно, интересно. Хорошо, очень интересно. Спасибо. Ты можешь сказать? Нет, я не знаю, что русский, но я. Я люблю русскую кухню. Вот это я люблю. Вот люблю рестораны, у которых, ну, вот, где готовят хорошую, вкусную еду, вот русский национальный блюд. Вот это я люблю. А в плане готовить, ну, я тортики. Ну, это не как бы не русское же занятие. Но это мое хобби в свободное от работы время. Я люблю готовить тортики, потом их есть. Мне кажется, очень часто говорят, что я не похожа на русскую, потому что я не делаю какие-то именно такие чисто русские вещи, традиционные, да? So this is like a stupid hobby of mine, right? Whenever I see any of my friends' cars, I leg it to the shop and buy an inflatable balloon, okay? There's loads of like shops that sell inflatable balloons and gift shops around the town. So I leg it to the shop and I go and get a balloon and I tie it onto my friend's car like this. So the gift shop, luckily this time, is just there. А, именно русский. Да. Зимой катаюсь на санках. Я люблю читать, например, русскую литературу. Мне нравятся книги, но при этом я читаю и зарубежную, и русскую, но, конечно, русская классика, она несравненна ни с чем, поэтому это такое тоже русское хобби. Ну, например, про баню я тоже люблю баню. Мы тоже любим с мужем попариться и потом, например, в снег прыгнуть, либо у нас есть небольшой бассейн, и это очень круто, когда ты такой расслабился, посидел, пообщался с своими друзьями, еще и попарился. Русский? Да. Но вообще борщ, он считается... Вообще это славянская кухня. Это блюдо восточных славян. А также я, допустим, люблю свекольник, обожаю. Но недавно, кстати, борщ был признан украинским. Я, кстати, не претендую на то, что борщ именно русский, потому что я вообще считаю, что подобные вопросы, подобные прения только рождают какие-то споры, и они, по сути, не нужны. Вот. А, селедку под шубой. Обожаю. Я вообще обожаю свеклу. Вообще все, что связано со свеклой. И винегрет, естественно. Винегрет. А он же, по-моему, называется Russian Salad. Да, Russian Salad, да. Обожаю. Да. Недавно его готовила. Хобби, которым занимается русский человек, наверное, это дача своя, сказать, что люди занимаются землей, сажают фрукты, овощи. Мне кажется, это намного лучше, чем покупать в магазины. И это приносит свою какую-то пользу. Мне кажется, это у каждого человека русского в хобби и в крови. Russian girls are always taking photos. Ну, обычно после работы я сначала иду в магазин, покупаю ящик водки, потом я иду кормить своего медведя. Ну, он еще маленький, хотя, но есть просит много.
Ну, немножко поиграю на балалайке, на досуге, схожу в баню, ну, все как положено. Например, я люблю смотреть комедии русские. Вот это будет делать только русский человек, потому что другие их просто не поймут. Да любые эти, все, что показывают на Новый год, «Москва слезам не верит» и все такое. «Любовь и голуби». Советский, да? Да, это будет делать только русский человек. Другое это не станет смотреть. У меня нет таких русских хобби. Скорее, я действую по-другому. У меня есть медитация, у меня есть танцы, и у меня есть невербальные стратегии, которые я применяю для своего разума и тела. То есть получается, что у меня нет таких русских хобби, которым можно поставить галочку. So I hope you enjoyed today's video. I found that there was loads of different answers that I wasn't actually expecting, so that was pretty interesting to learn. If you did like the video, make sure you subscribe, hit the like button, leave me a comment what type of video you'd like me to make, and I'll do my best to make it for you. See you in the next one.